Ну, что касается Сирии, понимаете, у нас есть сейчас разные источники информации. Если мы смотрим официальный телевизор, то там все понятно, все логично, все объяснили нам. Там плохие террористы, их надо удержать на дальних подступах, чем занимается наша армия сейчас. Все понятно, все логично. Залезаешь в интернет, читаешь какие-то параллельные источники информации, там все по-другому. Мы неправильно делаем, мой кошмар, кошмар. Полезли как в Афганистан, и что же теперь, а что же дальше? Не сегодня, завтра начнется наземная операция и так далее, и так далее. Я, честно вам скажу, я смотрю на это все, зажмурившись, и как бабка моя говорила, повторяя про себя, лишь бы не было войны. Но когда говорят, лишь бы не было войны, кто-то считает, что надо не воевать ни с кем, а кто-то считает, что надо как раз начать воевать заранее, чтобы как раз ее и не было. Где здесь правда, где здесь ложь, никто не знает. Я считаю, что, мне так кажется, по крайней мере, что наша планета летит в пропасть. И как говорил один персонаж замечательный в одном фильме, Земля налетит на небесную ось, и ничего нас не спасет. Поэтому, друзья, недолго нам осталось, ничего страшного, потерпим.